Заползают на людей в этом году клещи реже, чем прошлым летом. Еще одно отличие 2020 года – случаев заражения инфекциями значительно меньше. По некоторым болезням даже более чем в два раза. Хотя цифры по укушенным все же впечатляют неприятно. С начала сезона от этих паразитов в регионе пострадало уже более 12 тысяч человек. 16 заболели энцефалитом, 17 – боррелиозом, 12 – рикетсиозом. Кстати, дети этим летом, наоборот, более подвержены укусам. За помощью к медикам обратились примерно на 200 несовершеннолетних больше, чем годом ранее.